В нашем селе есть прекрасное место, где можно соприкоснуться со стариной, погрузиться в атмосферу незримой духовной связи человека с его историческими корнями. Это ветряная мельница, основателем которой в 1840 году был наш земляк Иван Иванович Дудин. Слово «мельница» ассоциируется у нас с запахом свежего хлеба. И это справедливо. Традиционной функцией мельниц была именно переработка зерна. Знакомясь с внутренним механизмом ветряной мельницы, на первый взгляд все кажется достаточно просто. Но стоит вспомнить, что не было современных технологий, специального оснащения, и помол зерна вызывает чувство восхищения, так как это был очень ответственный и трудоемкий процесс. Мы с удовольствием демонстрируем нашим гостям работу этого уникального устройства. На территории комплекса расположен дом мельника. Это традиционно русская изба, убранство которой оставляет глубокие памятные впечатления. Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Старинные вещи могут и не нести никакой ценности, но быть дороги сердцу человека. Прикасаясь к предметам, ощущается дух старины. Разглядывая все эти вещи, понимаешь, как важна связь поколений. Они объединяют нас с прошлым, повествуют историю, рассказывают о культуре. Дополняет ансамбль этнокультурного комплекса Ее Величество русская печь. Печь была основой жизни, душой крестьянского дома, семейным очагом. Печь кормила, поила, лечила и согревала. Памятники старины являются драгоценностью, передающей бесценные знания о быте и нравах наших предков. Сохраняя памятники, мы сохраняем память о прошлом, что очень важно для каждого поколения. Мы приглашаем всех желающих посетить этнокультурный комплекс «Питерская мельница» в селе Маршанка. Наши двери для вас всегда открыты. Ваш экскурсовод Юлия Мельникова.